Всем привет! Вы на канале «Есть вопрос», и сегодня я расскажу вам про игру, которую можно сделать в домашних условиях из подручных материалов. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобятся пластиковые крышечки, желательно, примерно такого диаметра, можно чуть поменьше, чтобы с ними было удобно работать. И перманентный маркер любого цвета, желательно, чтобы он был яркий и отличался, чтобы его было видно, когда вы им рисуете на крышках. У меня в данном случае он был черный. Также у нас будут в этой игре вот такие карточки. Но карточки вам подготовить специально не нужно, потому что мы о вас позаботились и подготовили вам специальный файлик, который вы сможете скачать по ссылке в описании этого видео. Начнем. Что мы делаем с крышками? Мы рисуем на них разные фигуры. В данном случае у меня все фигуры представлены на столе, которые мы использовали для этой игры. Их может быть большее количество, тогда вам просто придется самостоятельно дополнять карточки. Но в целом смысл будет понятен. Мы раскладываем перед ребенком подготовленные крышечки с разным изображением фигур. И даем ему, выкладываем перед ним карточку с изображением фигуры, которую нужно получить. Что делает ребенок? Он должен сопоставить две крышечки, две или три крышечки, в данном случае две, чтобы получить такую фигуру. Я вот покажу, что я бы сделала, да? Вот я собираю большой круг и прямоугольник. Смотрим, что у нас получилось. Получилась такая же фигура, как на карточке. Значит, мы с заданием справились. Изначально стоит начинать с двух фигур, затем можно усложнять. Сильно-сильно много фигур делать не стоит, потому что на карточке это будет выглядеть... Я сейчас покажу, у меня есть карточка с квадратами, с прямоугольниками. Вот, даже три фигуры на этой карточке, они уже очень такие сильно нагроможденные. Поэтому остановимся на трех фигурах, этого будет достаточно. Давайте выберем карточку с тремя фигурами. Вот, например, такую, да? Что мы показываем ребенку? Такую карточку, что на ней есть. Ребенок анализирует, что на ней есть. Он видит круг, он видит прямоугольник, он видит четыре точки. Находит крышки с таким же изображением и накладывает их в определенной последовательности. В итоге он смотрит на получившийся результат и анализирует, получилась такая картинка или нет. Что развивает данная игра? Данная игра развивает, во-первых, визуальное восприятие. То есть ребенок в первую очередь что делает, когда видит крышечки с фигурами? Он их анализирует с помощью взгляда, с помощью визуально, да? Он анализирует, что перед ним. На карточках также он анализирует в первую очередь с помощью взгляда, с помощью зрения, визуально оценивая, что нарисовано. Что еще ему понадобится? Конечно же, ему понадобится логика и, конечно же, ему понадобится пространственное мышление, чтобы решить данную задачу. Также ребенок учится следовать задаче, да, то есть выполнять поставленную задачу. Это очень важно для ребенка, который собирается поступать в школу. То есть действовать по образцу, выполнять задачу, которую ставит ему взрослый. Поэтому я бы советовала обратить на такого плана игры внимание, особенно родителям будущих первоклассников и детей, которые собираются перейти к этому важному этапу. Потому что дошкольникам очень сложно именно действовать по образцу, если они этому не учились. Также, что еще развивается в этой игре? Еще мы... развиваем терпение в этой игре, концентрацию внимания, то есть ребенок должен сосредоточиться, должен проанализировать и собрать ту фигуру, которая изначально ему задана, да, в задании. Поэтому я считаю, что имея под рукой пластиковые крышки и перманентный маркер, можно создать классную игру, в которую вы можете играть со своими детьми, получить очень классный эффект от этой игры и даже попробовать поиграть в нее сами.
Не забывайте подписываться на наш канал. С вами была Евгения. Канал «Есть вопрос». До новых встреч!